Привет, мои дорогие друзья! Как обычно, пришел вам пожелать отличных выходных и немножко поднять настроение. Во сне познакомились. Муж мечется во сне, бормочет что-то, стонет. Жена: да что с тобой? Приснилось. Маша тонет. Какая еще Маша? Поясни-ка мне. Не знаю сам. Мы познакомились во сне. Неверная жена: ты знаешь, друг он у судьбу пеняет. Жена мне с нашим участковым изменяет. Мы переехали в столицу. Получилось все же. А участковый ходит к нам все тот же. Намек на развод. Послушай, друг, такое дело. Жена развод, похоже, захотела. С чего ты взял? Вчера. Такие вот дела. Она домой свою подругу привела. Ну и чего? Чего? Привет. Так та красавица, каких не видел свет. Вино или женщина? Что выбрать? Как тут поступить? Испить вина или женщину любить? Когда мужчина этот базисный вопрос решает, год выпуска объекта выбор чаще предрешает. Но лучше все-таки осуществить и то желание и наслаждаться тем и этим сочетанием. До новых встреч, мои дорогие друзья. С вами был я, Сергей. Пока-пока.